Ах, вы мои хорошие. Ну что, как вы тут? Дождались. Не зря Егорушка в знаменитом фильме к подружкам-березкам на свидание ходил. Ведь помимо красоты, лечебным действием они обладают. Доказано, что если обнять березку и постоять так несколько минут, прибавятся силы и улучшится настроение. Природа вообще обладает целительными свойствами. Мы решили выяснить, какие еще природные доктора стоят на страже нашего здоровья. Итак, первый врач. Фитобочка. Прям как в сказке, и решил царь омолодиться. Мы молодеть не собираемся, а вот оздоровиться и в наши годы не помешало бы. Переоблачаемся в простынь и в целебное заточение. Сколько заперти-то сидеть? Значит, на протяжении 15 минут вы, значит, получите огромное удовольствие. Тело ваше будет расслаблено, откроются поры, уйдет наполнение солевых отложений, токсинов. Значит, вы будете в состоянии блаженства и эйфории. Получать эйфорию на работе вдвойне приятно. Кстати, ощущение это достигается путем мощного пропаривания тела в кедровой бочке. Пар при этом источают масла целебных травушек-муравушек. Ах, сплошная сказка! В чудо-бочке, как по волшебству, можно растопить лишние килограммы, вывести токсины и шлаки, повысить мышечный тонус и получить долгожданное расслабление. Перейдем ко второму врачу. Вулканические камни. Стоун-терапия или лечение камнями призвана наполнять организм энергией камней. С их помощью лечат простуду, исправляют нарушения иммунитета, снимают боли в мышцах и исцеляют заболевания позвоночника. Но для начала камешки как следует прогревают, чтобы передача энергии проходила активно. Прогревает, прежде всего, сейчас вот это работает на позвоночник. То есть столб наш, самый главный, где кровоток у нас идет, все нервные окончания, они прогрев идет. После такой процедуры не грех и поспать или отведать чая на травах. Эх, и зачем в кого-то кидать камни, когда ими можно лечиться? Лишний раз убеждаешься, что нет в природе ничего лишнего. Посетим третьего доктора. Пиявки. Знакомьтесь, пиявки медицинские, заслуженные членистоногие герудотерапии. Укусом способны вылечить множество недугов. Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, заболевания матки и придатков, доброкачественное образование, спаечный процесс, кожные заболевания. Всего, на что способен этот, как его называют, медицинский шприц, не перечесть. Оказавшись на теле, пиявка буквально высасывает из вас болячки. Этого доктора можно посетить и в качестве профилактики, если у вас нет противопоказаний, а именно гемофилии, пониженного гемоглобина и индивидуальной непереносимости. Травки, камешки и пиявки – это, конечно, не панацея, но значительный вклад в здоровье человека внести могут. Как говорил Цицерон, сила природы велика.